Компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Температура воздуха, несмотря на определенное понижение, все равно остается выше нормы. Скорее всего, пока и будет так держаться. В течение даже вот первого периода, начального периода октября. Хотя в ближайшие дни должны пройти осадки. 29-30, скорее всего, дождик пройдет. Температура воздуха 3-8 градусов ночью будет и 10-15 градусов днем.